Друзья, всем привет! С вами Константин, и вы на канале Boston Technic. Сегодня к вашему вниманию представляем зернопогрузчик, полностью в рабочем состоянии. На данный момент не требует никаких вложений. Работал вот недавно. Все двигатели в исправном состоянии. Скорость погрузки 200 кг в час. Полнокомплектный. При транспортировке вылетело колесо, на место поставить, все будет окей. Если кому-то нужен, пишите, звоните, приезжайте на осмотр. Всем хорошего дня и пока.